Ребят, читаю книгу, которая называется «Карен Уайт», и поражаюсь тому, как она пишет. Мне нравится каждое предложение. Хочу зачитать вам абзац. Как она шикарно просто пишет. Не успев оторвать пальцы от клавиш, я почувствовала рядом с собой присутствие незнакомца, дыхание, отдающее пивом, табаком и мятной жевательной резинкой, которой он все это наскоро заживал. Повернувшись, я встретилась с ним взглядом. Когда-то он, вероятно, был весьма привлекательным мужчиной, однако жизнь и ее невзгоды наложили свой отпечаток на его лицо, изрисовав его глубокими бороздами и тонкими морщинами. Оно было словно исписанная страница, где каждое слово выводили с усилием. Блин, классно вообще пишет, я читаю прям с удовольствием.